Ну, когда-то... Зачем нам нужен был космос? И Гагарин полетел, а это требовало тоже невероятного усилия. Я думаю, что это была знаковая вещь, которая подняла страну сразу с пятой позиции на 105-ю позицию. Я думаю, что прорывные вещи необходимы. Как в творчестве, в политике, в звездных шагах, в каких-то исследованиях. Без этого не бывает прогресса. Только авантюрные ощущения вот такого несбыточного, и, может быть, и не к месту. К месту никогда ничего не бывает. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское, вы знаете. Так что я за шампанское.